появилась новая цифровая приборка на BMW. В данном случае это на модели E70 X5. Приборка поддерживает также проекцию. Несколько языков поддерживает, в том числе русский. Несколько видов интерфейсов. Ну, данный интерфейс мне больше других нравится. Сейчас пройдем по меню, посмотрим ее функционал. Ну, во-первых, она позволяет вывести, как вы видите, множество скрытых функций, которые в скрытом меню находятся в штатной приборке. Такие как температура антифриза, температура масла, вот, вольтметр, напряжение бортовой сети. А также вот внизу справа, вы видите, датчик температуры масла показывает. Кроме того, что в цифрах показывает, еще и показывает стрелочный индикатор, который начинает работать с 50 градусов, появляется стрелка. Вот, и по мере прогрева, соответственно, ползет. Вот. Удобно, что тут показывает ЛПК, это мгновенный расход топлива. Можно вывести средний расход. Сейчас я покажу, как это делается. Вот что тут есть. Системные настройки, выбор темы, то есть оформление. Вот такие темы есть. Простая, комфорт, технология и трек. Ну, трек мне больше нравится. Кроме, значит, того, что можно поменять тему, можно поменять оформление конкретной темы. Давайте на примере комфорта, например, сделаем. Выбрали комфорт. Выходим отсюда. Заходим в настройки общие. Ну, во-первых, тут можно дневную яркость выбрать, ночную яркость выбрать. Минимальная ночная яркость 10% от дневной. Либо, если мы включаем габариты или ближний, вот я сейчас включил, он притухает экран до 10%. Вот, наверное, удобнее даже снимать при притушенном чуть-чуть яркости. Вот, можно выбрать цвет машины. В данном случае у меня черная. А вот режим вождения написано, но это именно оформление приборки. Спорт плюс — это красная. Сейчас попробуем выбрать другую. Вот комфорт плюс — это оранжевая. Эко про — это у нас голубая. Какая-то специальная фиолетовая. Вот. И есть режим авто. Не знаю, как режим авто работает. Пока не пробовал. Наверное, по настроению меняет цвет. Но мне больше нравится красная, спорт плюс. Так, выходим отсюда. Ну, есть заводские настройки, не буду на этом останавливаться. Тут вводится пароль. Пока я полностью не протестировал эти заводские настройки. Сейчас выйдем отсюда. Не так просто и выйдет. Значит, управление вот этим переключателем вверх-вниз, выбор, длинное нажатие борт-компьютер кнопки. Вот апгрейд, тут есть возможность обновить приложение. А обновить можно через флешку. Флешку я вывел вот сюда в бардачок. Вот у меня USB для флешки, для обновления. Она идет вот здесь, вот внутри проходит и входит в бардачок. Приборка ставится, в общем-то, за 15 минут. В штатный разъем подключается в новую приборку. Она состоит из LCD-экрана и пластика вокруг. Сначала ставится LCD-экран, он прямо защелкивается в штатное место. Ставится пластик и два самореза крепятся сверху. Ну, также к приборке подключается, как я уже сказал, USB выход. Так, дальше идем по меню. Возврат.
нас машинку показывает. Так, сейчас мы тему еще поменяем. Да, языки сейчас покажу. Ну, время, во-первых, тут устанавливается вот в этом вот меню. Вот, дата, время изначально устанавливается. Вот, какая-то информация сразу подтягивается из блоков после установки. Например, вот одометр видно, да, пробег. Пробег у меня подтянулся, в общем-то, из штатных блоков, то есть сразу появился. Вот так вот ходят, кстати, стрелки. Стрелка оборотов ходит чуть-чуть дискретно, но как бы это не напрягает абсолютно. Ну, в данном, по крайней мере, интерфейсе. В другом интерфейсе она более плавно ходит. Значит, вот какие языки тут есть, давайте пройдемся. Японский, английский. А, нет, это, наверное, китайский наверху. Вот это вот, наверное, японский. Это еще какая-то разновидность китайского. Русский, арабский, испанский, немецкий, турецкий, корейский, французский, итальянский. Ну вот и все, возврат. Так. Ну тут версия есть прошивки тоже. Это обновление, возврат. Так, сейчас мы... Информация, что тут у нас есть. Есть информация по поездке, есть угол машины. Но в данном случае у нас такого функционала штатного не было, поэтому у нас не показывает никакой угол. Еще угол задних, что ли, колес. Вот такой вид. А, это адаптивный круиз написано. Ну, адаптивного круиза в данной комплектации нет, поэтому он тут не показывается. Вероятно, у машин с данной комплектацией будет показано и адаптивный круиз. Информация по обслуживанию машины. Тут можно много всего поменять. Вот замена масла и фильтра. Можно сделать ресет, можно выбрать, через какой километраж будет менять. Тут у меня стоит 10 тысяч по умолчанию. Передние тормозные колодки. Вот написано. У меня свежие стоят, поэтому показывает через 59 тысяч замена. Это все видно, тоже из блоков подтягивается информация. Следующий сервис показывает общий через 9050, но это, вероятно, совмещен будет вместе с заменой масла. Тормозная жидкость, вот написано, через 29 тысяч менять. Задние тормозные колодки, что там еще, воздушный фильтр и топливный фильтр. Можно настроить, значит, замену свечей зажигания, замену антифриза. Так, information понятно, это мы прошли. А по поездке можно посмотреть общий одометр тут. Поездка А, поездка Б. Так, можно посмотреть информацию начальную. А, ну это после запуска. Мы после запуска двигателя ничего не проехали, поэтому тут все по нулям показывает. Так, это информация после заправки. Вот как раз проехал. Осталось проехать 273 километра. Средний расход составил 13,6. Средняя скорость такая-то. Вот это можно вывести. Так, ну еще раз говорю, мне более информативная тема кажется вот это. Сейчас я ее поставлю. Вот, и сюда слева я вывожу другую, более полезную для меня информацию. После заправки. Ну вот это вот как раз
расход, а справа у меня показывает температуру охлаждающей жидкости, напряжение, температуру масла. Вот так, собственно, вот обороты ходят. Здесь более плавно индикатор работает в этом интерфейсе. Ну, с учетом того, что прошивки обновляются, я думаю, что выйдут обновления и много что допилят, в том числе и качество русского языка, русского перевода. К нему тоже есть вопросы. Вот. Что еще? Наверху вот показывают индикатор. Вот дальний свет загорается, да. Сейчас включу автохолд. Вот автохолд загорается. Ну, соответственно, вот здесь вот загорается круиз-контроль, когда едешь на ходу, и показывает скорость круиз-контроля, что тоже очень удобно. Здесь показывает у нас передачу. В данном случае меняем драйв. Меняем там, можно поставить там режим спорт. Передачу показывает какая. Переключаем обратно в драйв. Вот. Как-то так. Приборкой я очень доволен. Вот они есть, кроме E-серии, также на F-серию. В отличие от E-серии, E-серия стандартно поддерживает и машины с проекцией. Вот. А что касается F-серии, там отдельный существует вход под проекцию. Есть модели без проекции, есть с проекцией. С проекцией, поддержкой проекции на F-серию дороже стоит. Вот. На E70 всем повезло. У кого проекция, у кого нет, одна и та же модель. Вот такой вот обзор. Надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, лайки, пожалуйста. Вот. Обращайтесь, кому нужна проекция с установкой в Москве.